Итак, продолжаем FTL, третий сектор. Так, есть магазин, и ну, вначале надо хоть немножко денег заработать. Ну, прикольно. Вначале еще немного денег. То есть вот сюда. Или сюда, без разницы. Можно сюда, потом в магазин. Бензин за ракета. Ну, бензин мне в любом случае нужен. Хотя ракеты тоже мне нужны. Можно зайти в магаз. Возможно, там есть какое-нибудь более-менее стоящее вооружение. Вооружения вообще нет. Есть дроны. Дроны пока не в тему. Один магазин там уже потерялся из-за того, что повстанцы. Ну давайте попробуем. Они просят разрешения на то, чтобы пристыковаться к моему кораблю. Ну, типа ловушка. Их всего двое, но есть медотсек. Так, ну что, врываемся тогда, допустим, к капитану. Так, инвиз еще есть, да? Ну ладно, пока. Жду, пока выстрелит, наверное, лазер. Да, на всякий случай подожду. Потом. Даже не знаю, наверное, медотсек это быстрее будет. Нет, что, реально? У меня было... Сколько у меня было выстрелов? Три выстрела. Из трех выстрелов попал только один. Ужас, просто ужас. На самом деле это значит, мне придется терпеть много боли. Но получается, что так, потому что у меня нет способа увернуться от этого луча. Сейчас посмотрим, может быть, получится. Даже не знаю, куда мне стрелять в оружие. Не, я попробую за время инвиза экипаж уничтожить весь. Сейчас у них воротов меньше будет, я им сейчас сломаю эту фигню. Так, ну все, замечательно, можно стрелять. Осталось только понять, куда. Либо в оружие, чтобы не огрести от луча. Просто луч, он слева находится, и первое оружие, которое у них будет ломаться, это пушка справа, поэтому у меня есть сильное подозрение, что нифига не выйдет из этой затеи. Буду я им по медотсеку стрелять. Ну что, успею добить? Ух ты, успел. Потрясающе. В итоге без повреждений получилось. Чудеса микроуправления. Снова предстоит бой с каким-то кораблем. Вообще, второго Мантиса надо бы где-нибудь раздобыть. Ну, вернее, не то чтобы надо бы, но было бы удобнее. Ужас, у них дрон. У них золтанский щит.
Так, ну все, что можно в плане щита, щита уже нет. Телепортироваться к ним, ну можно попробовать. Конце концов, это золотанцы. Самое опасное у них, до них все опасное, вооружение тоже рано или поздно выстрелит. И дрон этот летает постоянно, какой-то фигней занимается. Наверное, я лазерами буду, без разницы, куда стрелять. Да. Так, лазеры пошли туда. Там тяжелый лазер попробует метод, вернее, метод сек дрона сломать. А луч уже тогда вот так вот. Так, в итоге получается, что я им сломал все, кроме дронов. Ну, идите, ребята, в дроны тогда. Хотя, зачем дроны? Можно экипаж пытаться им вынести. Да, нормально. То есть дальше доламываю экипаж, ну и терплю урон изо всех сил. Да, обстреляли меня знатно, но этого не... но в итоге все равно я выиграл. Было бы странно, если бы не выиграл. Да нет, нет, не собирался я никуда улетать, просто прикинуть. Посмотреть пока, какие перспективы открываются. Ты иди тоже лечись. Мантис здоров, этот тоже здоров. Кто тут вместе с Мантисом? Ты, наверное. Энджи тоже очень много ранен. 92 хитпоинта. Так, есть ионный шторм без корабля. Но вначале я зайду вот сюда. Ну, просто потому что левее. Да, нормальный вроде план. Можно, кстати, инвиз до максимума качнуть. При наличии стелс-вертонсов очень полезно. Нифига нет, ну... Допустим, бедствие вначале, ладно. Потом ионный шторм. Кстати, что-то я забыл зарядить оружие. У меня же есть преигнайтер. Нужно обязательно его заряженным держать. Так. За кем бы мне погнаться? Либо за бензином, либо за амуницией. Ну, мне больше всего интересна амуниция. Это какой-то слаговский интерсептор. Чушь полнейшая. Телепортируемся в капитанскую эту рубку. Да, пофиг, стреляем. Ух ты, я... Так, а что они телепортировались? Вроде просил. Ой, здесь у вас подгорают-то как. Не буду вам мешать. Раз так все подгорает. Опаньки, в меня стреляют. Паника, паника, инвиз. Да и вообще можно оружие отрубить. Вот это инвиз. Хотя, блин, что-то я как-то глупо сделал. У них там все еще подгорает. Неплохо дали ракет.
куда теперь? Надо вниз посмотреть. Так, ко мне телепортнулись, но нас тут трое, должны справиться. Так, подгорают у них вооружение. Что-то я не синхронно с этим фигню какую-то сделал. Ну ладно. В принципе, корабль можно захватить, было бы. Семь здоровья, 59, у них половина здоровья. Успеют они, скорее всего, починить, да, поэтому нет. Куча отсека без корабля, куча звезд без кораблей. Да, исследовать части дрона. У меня, кстати, уже денег прилично скопилось. Но я не могу вооружение качать. У меня нету более классного вооружения. Не, ну хотя есть ракета. Если бой начинать с того, что с помощью ракеты, допустим, ракета с преигнайтером стреляет куда-нибудь. Ну, в принципе, вариант. А потом, допустим, там двойной лазер и тяжелый лазер куда-нибудь еще стреляет. Ну, можно попробовать. Как-нибудь вот так вот поиграть. Просто ракеты копятся, и, в принципе, можно их уже тратить. Так, ну, нормально, можно сюда, сюда и на выход. Так, автоматическая фигня. Ракеты по счетам, а дальше геноцид. Да, неплохо. Практически вырубил. С одного залпа при игнайтере. Такая ачивка вроде бы есть. А, честно говоря, я думаю, если я полечу не на выход, то уже не успею. Поэтому на выход. Не, никакие части дрона продавать не буду. У меня все еще теплится надежда на то, что я какой-нибудь там хул репейр дрон найду. Так, повстанцы либо залтане? Залтанцы. Если я пойду через низ, там туманность в конце будет. Не хочется мне по туманности летать, поэтому пойду через верх. Астероиды вообще без вариантов. Не полечу туда ни за какие ковришки. Что, мне качать пока больше нечего? Не знаю, энергию качну, когда нечего качать. Надо ворота немножко поднять, на самом деле. Ничего продавать не буду. Станьте. Так, автоматическая фигня.
Наверное, стоит пегасом выстрелить в дронов. Двойным лазером по оружию. Ну, без разницы, куда. Двойным лазером куда-то, а тяжелым потом по оружию. Я нифига не понял, что получилось. Но в итоге дрон у них сломан. Так, по мне стреляют в инвиз. Ничего так, скрепа. Бедствие, либо туманность. Да вначале бедствие, потом в туманности залечу. Давайте уникальный ответ с помощью телепорта. Появился Рокмен. Люди становятся все еще все более бесполезными. Справа два магазина. Но я все успею обойти, даже если вот две туманности посещу. Все равно времени хватит. Да и, кстати, магазины уже сейчас не особо актуальны. У меня есть уже... Не буду я тратить бензин. Его очень мало. Хотя я могу его купить. Да, мне хватит бензина даже... Я сейчас посещу две туманности. И потом в магаз. Не, мне хватает бензина. Так что можно отдать. Ну, это, по сути, как покупка ракет по дешевой цене. Получается как-то так. Ракетами я сейчас пользуюсь, так что решил, что нормально. Мини-бим уже в историю входит. У меня нету на него... Как бы, слишком он бесполезен. Так, я в пятом секторе нахожусь. Наверное, еще не время продавать... Лонг-рейдж сканеры еще пригодятся. Можно починиться. Но смысл... Так, сейчас. Сюда, сюда, сюда. Ну ладно тогда. Вначале в магаз. Можно будет в следующем магазине починиться. О, еще один преигнайтер. У меня уже есть, правда. Ладно, время покупать дронов. Защитный дрон есть, и то хорошо. Весь бензин взял. И... сейчас починюсь еще. Вообще, нет, неплохо так все складывается. Да давайте исследуем. Что уж там. Поможем. Всем поможем. Добавился квест в следующем секторе. Внизу поле астероидов. Нет, спасибо. Через верхний корабль на выход пойду. Так, у них, во-первых, есть дроны, во-вторых, они пытаются сбежать. У них крутые щиты. Нет, надо начинать с крутых щитов. Но у них нет медотсека. А, у них есть абордажный дрон. Я даже не знаю, стоит ли мне телепортом к ним врываться. Четыре члена экипажа всего. Есть дрон абордажный, есть дрон на починке. Не, скорее всего, не стоит. Я, видимо, буду их
нагибать другому. Хотя если я сейчас пошлю прям в отсек со щитами, то будет прикольно. Два попадания, допустим, у них остается всего один щит. Потом идет двойной лазер по оружию, тяжелый. Нет, команда врывается. Так, двойной лазер по оружию, тяжелые патроны. Атакующий дрон все еще работает, поэтому надо в инвиз уходить. Можно Рокмена сюда пригнать, было бы. В отсек со щитами. Замечательно, дроны полностью уничтожены. Тут у них подгорает этот отсек. Мантис, не надо ломать движки, а то вдруг они сломаются полностью, прям совсем. Прям трагедия будет. Ну ладно, вроде все хорошо получилось. Фух. Мне защитный дрон, на самом деле, я сейчас смотрю, у меня дрон появился. На самом деле я планирую использовать атакующие дроны. Мне это дроны в первую очередь нужны для финального босса. Да, для продажи, у меня столько народу. Нет, ничего. Денег не получилось срубить. Никак. Гражданский сектор, там больше магазинов, меньше боев. Нормально. То, что нужно. О, здесь даже квест есть. Из прошлого сектора перешел. Драться не хотят, они хотят убегать. Стреляю по щитам. Теперь двойной лазер. Да, наверное, в оружие все. Так, теперь врывается Рокмен с Мантисом. Кислород. Или нет, или даже в телепорт. Вот, телепорт круче. Можно в капитанскую рубку. Короче, оружие у них догорит. С людьми есть некая проблема. У них еще и там теперь подгорает. Ко мне присоединился еще один никчемный член экипажа.
куда бы этих людей девать? Вообще не представляю. На биотопливо пустить их всех. Давайте послушаем. Ладно, не будем убивать. Так, мне, короче, я так понял, нужно замочить этот корабль, при этом кого-то там не убивать. Если я все правильно понял. Такой план. Ладно, ракета по щитам. Дальше по оружию. Из всего, что есть. Опаньки. Очень смешно. Получается, ракета промахнулась оба раза? Я правильно понял? То есть двойной выстрел ракеты, щиты все еще живы. Очень интересно. Ну ладно. Телепортироваться не буду. Да и этим я ничего не докажу. Ионка пусть стреляет. Разве что у ворота можно прибавить. Так, лазер пошел. И ракеты тоже стали зелененькими, значит, можно уходить в инвиз. Я жду, когда Пегас выстрелит по щитам. Так, ну все круто, у них теперь подгорает, подгорают у них щиты. Что-то я сомневаюсь, что у них там что-то получится хорошее со щитами. По мне идет ионка. Ну круто, я все оружие им поломал, ну или практически все. Короче, много чего у них явно не осталось. Ну, предлагают, что это. Какой-то квест, ладно, я сделаю как там от меня хотели, оставлю их в живых. Мне дали тяжелую ионку. Нет, это не подходит. Она только на продажу. Ух ты, какая крутая бурста. Не просто крутая бурста, а еще и ионная бомба. Так, вот тяжелая ионка идет в топку. Крутая бурста идет сюда. Более того, ионная бомба тоже идет сюда. Есть у меня на нее планы. Я думаю, она мне будет полезна на боссе. Да, я реально думаю, это полезная штука. 4 ионных урона. Она может спокойно ионить, я не знаю, например, во второй фазе босса можно ей ионить отсек с дронами. Это будет достаточно эффективно. Да, нормальная тема. Ладно, короче, если думать локально, то мне нужно поставить на вооружение бурсту. Это 4, это 5 выстрелов. Так, мне нужен бензин. Весь, который я могу купить. Так, бридж мне нужен на босса, бурста на босса и он на босса. То есть это вся комбинация, она вся на босса пойдет. Защитный дрон, что-то сомневаюсь. Я его не буду использовать. Ну или там совсем за неимением как бы никакого другого вооружения.
Тяжелый лазер, видимо, время продавать. Потому что я сейчас поставлю бурсту сюда. Это будет 4 энергии. Не, ну прямо сейчас она может и может. 4. Сейчас я подумаю, что делать. А, шестой, кстати, сектор. Ну ладно, еще что-то. Я думаю, просто когда мне продавать эти сканеры? Сканеры дальнего охвата. Пока, наверное, все. Не буду. Мне не хватает просто, как бы. Прямо сейчас не хватает энергии на то, чтобы это на вооружение поставить. Это все под босса идет. Заготовочка, так сказать. Да пофиг, без разницы. Кого-нибудь посылаю. Так, справа ионный шторм. Нормально, к нему я готов. У меня есть пилотирование. Денег все еще нет, но следующие деньги, они пойдут на прокачку вооружения. Конечно, атаковать. Что за вопросы? Так, врываетесь, Мантис и этот вот сюда. Для надежности можно выстрелить один раз. Не убудет с меня. Что-то я... У меня, короче, несинхронно все сделал. Это я ошибся. Вообще, на самом деле, и ракеты можно было не стрелять. Потому что их там всего, оказывается, двое. Просто так ракету отдал. Ко мне еще присоединился один неудачник. Для него уж точно нет места. Вообще жалко ракету. Мог бы не тратить. За что я так с ней? Это не в туманности место. Раз, два. Но я все равно туда зайду. Качнул вооружение, у меня теперь стало 6 энергии. Могу заменить Пегаса, например, на Брусту. Тогда получится сходу залп из 5, 7 и плюс потом еще лазер. Это получается 8, что ли, выстрел? Нормально вроде. Вроде там любому мало не покажется. Бензинчик отсыпли. Ну, телепортер это член экипажа, а сканеры, да тоже, скорее всего, член экипажа, но может денежек срублю. Да, вот. Срубил деньжат. То, что нужно. Перед ионным штормом однозначно нужно энергию. Сейчас я не знаю, это поможет или нет, если я вот так вот сделаю. Да, помогло, у пушки заряжено. Но не пригодилось, у меня есть пилотирование. Что это было? Это что они там сейчас ничего не дали? Ладно. Сделаем вид, что ничего не произошло. Наверное, они меня там починили, я точно не читал, что там происходило, но по идее... Так. Но есть уникальный ответ, надо воспользоваться.
Магас, я бы успел до него долететь, но там через бой с повстанцем пошел бы на выход. Но фишка-то в том, что мне от магаза ничего не надо. У меня и так все есть. Мне просто нужно долететь до босса и убить его. Так, можно еще качнуть вооружение. Да ладно, успею. У меня еще целый сектор впереди. Сектор Энджи. Так, а все-таки, что я возьму на бой с кораблем? Это будет Бурста. Нет, даже не Бурста, это будет Пегас. Пегас, Брич и Ионка. Они требуют сколько всего энергии? 6 энергии, то есть, по идее, на босса мне уже энергии хватает. Мне 6 энергии хватит. Ионка нужна для того, чтобы во второй фазе держать дронов под контролем. Брич там оружие потихоньку начнет ломать. А Пегас. Ну, Пегас тоже по этим патронам сразу же выстрелит. Для надежности, так сказать. Да, какой-то такой план будет. Брич, Пегас и Онка. Даже, наверное, Бурста не будет использоваться. Ладно. То есть можно в плане вооружения особо не напрягаться. В принципе, этого комплекта, который у меня сейчас есть, его уже должно быть достаточно. Пойду полетаю, поищу магазин, а то у меня бензин заканчивается. На меня тут дрон наехал, ко мне еще кто-то телепортнулся. Но то, что они ко мне телепортнулись, это меня не останавливает. Вот, а то, что там дроны у них есть, это сейчас реально проблема, поэтому я начну с того, что выстрелю в дронов. Ихний дрон зашел до позиции, когда может начать уже скоро стрелять. Пора врубать инвиз. Я вот сейчас не понял. Что в итоге произошло? Так, ну ладно. Мой Мантис и Рокмен там что-то делают. По ходу дела ничего я им не сломал. Блин, надо Бурсту эту убрать, наверное. Она толку от нее. Один вред. Сломал он хотя бы атакующий дрон. Тоже достижение. Блин, я что-то как-то не очень внимательно смотрю за происходящим. Вроде у меня там жив Мантис. Надо Рокмена поставить наверх, чтобы он дрался с человеком. По мне сейчас уже начнет стрелять. Ихнее оружие начнет стрелять сейчас. Я телепортну назад своих ребят, то сейчас могут телепорт сломать, там вообще паника начнется. Ужас вообще. Не, мне не нравится мое вооружение. То есть вот совсем не нравится. Thank you.
Пора валить отсюда. Ужас вообще. Довели. Ладно, хотя бы упрыгал. Так, ну это бой показал мне на самом деле, чего стоит мое вооружение. Бурстая только все дело портит. Она вообще не в тему. Блин, только деньги на нее потратил. Она очень неэффективна получается. Блин, так, конечно, ракета тратить придется. Но лучше уж ракеты тратить, чем просто помирать. У меня еще тут подгорает, я смотрю. Что-то я фигню делаю. Так, Энджи с Мантисом, вы здоровы. Так, вы, ребята, все на лечение. Так, эти трое человек, им нечем заниматься, они просто где-то стоят и не пойми, что делают. Получается, что Пегас реально эффективнее, чем эта бурста. Блин, место под нее было бы еще четвертое, конечно, было бы веселее. Но при таком раскладе получается, что, наверное, лучше. Не, в идеале можно сделать Heavy Laser, Pegas и Dual Laser. Это пока. Ну, ладно. Ой, Full Repair дрон, замечательно. Беру. Не глядя. И весь бензин. Еще починюсь. Вообще удачно дрон выловил. Не скажу, что он мне прямо в жизни необходим. Я мог просто починиться за деньги. Но так удобнее все-таки. Ну ладно, пойду дальше. Деньги зарабатывать. Все-таки... Так, приказ по счетам. Да вообще все остальное тоже по счетам. Так, мне полетела ракета. Эти на лечение идут, вместо них приходят люди. Щитов у ребят уже нет. Еще все у них плохо. Я выстрелю еще для надежности. Вот так теперь вообще супер комфортно. Починили меня. Ну, здорово, конечно, но я и так, в общем-то, справлялся с починкой. Качну еще вооружение. Не, мало. Надо еще последний уровень. Тогда будет все вообще замечательно. Не, ракеты продавать не буду. Я их трачу и... Фиг знает, что там дальше будет.
Бензин? Нет, у меня бензина мало. Придется вниз полететь. Ну, снова по счетам. У них не просто подгорают, у них там и пробоины еще подгорают. Очень хорошая комбинация. А я, кстати, в инвиз пойду. Так, Мантис убегает на лечение, вместо него человек встает. Теперь оружие подгорает. Заместо Рокмена поставил человека. Ну, в общем, все, тут уже. Тут у них уже паника, огонь везде. Ну, гражданский корабль мне денежек хотя бы насыпал. Нормально. Так, Рокмен здоров. Люди лечатся. И я могу поставить все-таки. А, ну ладно, сейчас магазин. Пока ничего не буду делать. Хотя на самом деле от магазина мне ничего не надо. У меня все есть. То есть я, в принципе, уже готов к бою с боссом. Бензина немного возьму, но и то на самом деле острой необходимости в этом нет. Так хватает. Два бедствия. Одно, второе. Так вот и на выход. Можно так сделать. Так, тогда поставлю все-таки бурсту на вооружение, докачаю оружие, то есть, ну, например, вот так вот. В такой комбинации полетаю. Вообще, хэви-лазер можно уже продать. Да, стоит его продать. Где магазин? Я как раз в нем нахожусь. Нафиг это дело. Даже на самом деле можно лонг-рейндж сканера тоже продать. На следующий сектор там не без разницы, куда лететь. Не, ну я ставлю. Там уже не, в следующем секторе не бывает солнца, не бывает поля астероидов, вообще ничего не бывает. Я на самом деле продам эти сканеры. Они уже не нужны. Я уже и так видел, что здесь находится. Ну давайте дам вам топливо, ладно. Дали бесполезное оружие. Спасибо. Ой, блин, я не успел. Я облажался. Я не поставил на зарядку вооружение новое. Поздно заметил. Такая вот ошибочка. Ну, ладно. Тогда начну бой с того, что по оружию выстрелю, лишнюю ракету потрачу. Так, они выстрелили, я в инвиз. 95% на уворот. Пегас стреляет по щитам. А дальше бурста сносит им все оружие. Да и, кстати,
кто это я. Можно даже спокойно взять и убить их там всех. Да, я даже двойным лазером сюда выстрелю по своим. Можно за некоторые... Блин, бензин опять отдавать. Это дает возможность лечиться, не находясь в медотсеке улучшения. И оно еще, по-моему, немного задержит флот повстанцев, если я его сейчас получу. Но опять же, два бензина. Мне там как раз примерно столько нужно, чтобы до следующего сектора, чтобы добраться. Но я не уверен, что мне хватит, что ровно два перехода мне. Да и вообще, зачем мне возможность лечиться, не находясь в медотсеке? Не, мне это не интересно. Ничего я не дам. Ну хотя, нет, два бы мне не хватило, получается. Здесь же два, потом еще, наверное, так один на переход следующего сектора. Я точно не знаю, но может быть нужно. Так, ладно, вперед. Пегас сюда. А дальше минус все оружие. Ой, мне там ломают моего этого приятеля. На помощь срочно. Так, по мне, по-моему, что-то полетело, пока я тут сплю. Да, это была ракета. Так, еще раз. Ладно, беги отсюда. Что-то я не очень понимаю. Как так? Ну ладно. Немного денег. Нормально. Так, кто тут на воротах-то стоял? Ты что ли? Ладно, 7 секторов пройдено. Сейчас я только защищу вот этих вот. Сейчас сделаю видеопаузу и в следующей серии тогда уже начну мочить... Да вообще я тоже в инвиз уйду. А то сейчас у них луч начнет стрелять и... Будет не очень круто. Так, ну допустим, Пегас по счетам. Не очень он попал. Ну ладно. Так, стоп. Ладно, все сломал. Ионка. Да нет, без разницы. Ионка не имеет значения. У меня совсем нет атакующих дронов. Это единственное, что вот может как-то мне помешать, но, наверное, прокатит без. Ну что за дела? Ладно, он же сам там справится.
Ладно, я выстрелю еще разок. Это был очень ценный выстрел. И в навес я еще уйду. Раз такие дела. Так, ну все, переход в финальный сектор, и здесь я делаю паузу в видео. Я, собственно, и собирался это сделать. Да, рассказал там о все, и пока это конец.